Евгения Басюк, мать двухлетнего малыша, обратилась в редакцию Акчин ТВ с просьбой о помощи. В январе этого года мальчику поставили диагноз нейросенсорная тугоухость 4-й степени. А для того, чтобы услышать окружающий мир, необходимо хирургическое вмешательство за рубежом. У семьи нет достаточных финансовых средств на столь дорогую операцию. Маленькому Даниэлу всего 2 годика, он страдает полной глухотой. Год назад мать ребенка забила тревогу. Она заметила, что ее малыш не реагирует на звуки. Обращаясь за помощью к различным врачам, женщина слышала противоречивые ответы. Одни не видели никаких проблем, а другие ставили ложные диагнозы. Мы просто обратили внимание, что наш сыночек не реагирует на музыку, на звонкие звуки, на пианинка, которая играет. Мы начали бить тревогу. И нам, в первую очередь, нам врачи, во-первых, говорили, что у нас ребенок аутист вначале. Мы ходили по врачам и спрашивали, что с нашим сыном. Нас постоянно направляли в разные, то есть к разным специалистам. Но никто нам не сказал, что нужно было проверять слух. Оказавшись в запутанной ситуации, Евгения обратилась за консультацией к зарубежным врачам. В январе месяце мы обнаружили эту проблему. Когда уже врач нам сказал, что это очень поздно. Поставили диагноз тугоухость 4-й степени в Санкт-Петербурге, где врачи настолько добрые, что они нам дали слуховые аппараты на пробную носку бесплатно. Слуховые аппараты, которые у нас, они стимулируют ему слух. На самом деле одно ухо 100% не слышит, а второе слышит только на 30%. Для того, чтобы Даниэл мог услышать свою мать, окружающий мир и говорить, ему нужно хирургическое вмешательство, вживить кохлеарный имплантант. Такая операция стоит 40 тысяч евро. Таких денег у семьи малыша нет. Евгения Басюк обратилась за помощью ко всем неравнодушным людям, которые могли бы дать шанс ее ребенку на нормальную жизнь. Я хочу обратиться ко всем неравнодушным людям за помощью, так как мы нуждаемся в очень дорогостоящей операции, и мы не в состоянии справиться сами. Поэтому я прошу всех помочь Данечке услышать мир, который полон своими прекрасными звуками. Я не хочу потерять ни одной минутки. Хочу помочь своему сыну для того, чтобы он услышал меня и весь мир и смог еще рассказывать нам стишочки. Может быть, станет и в будущем музыкантом. Поэтому я стучу во все двери и прошу у всех помощи. Вместе мы смогли бы изменить судьбу маленького Даниэла, которому нужна наша помощь. Для пожертвований вы можете воспользоваться банковскими реквизитами, которые вы видите на своих экранах.